Обесценивание. Обесценивание может также проявляться в том, когда вам не платят денег за работу или платят просто унизительно мало. При этом оскорблений может не быть, но вас как личность не воспринимают. Кто вы такой? Всего лишь жалкий докторишка, инженеришка, учителишка. И именно здесь необходимо отказаться от контакта с людьми, которые применяют технику обесценивания. Они делают это для того, чтобы вас уничтожить. Обесценив деятельность человека, вы обесцениваете его жизнь, его личность и убиваете его. Поэтому держитесь подальше от тех, кто под видом критики обесценивает вашу жизнь, требуйте достойной оплаты за свою работу и прервите все отношения с теми, кто забывает о том, что у вас есть имя, а на работе еще и отчество.